Ну что, Решек, пойдем пройдемся, пробздимся. Хватит дома торчать, воздух портить. Идем пробздимся. Погодка на улице супер, классная. Пойдешь со мной? Не хочешь? Ну, здрасте, я ваша тетя. Приехала из Киева, буду у вас жить. Нормальный ход педалей. Ну ладно, сиди, потом сходим. Привет, народ! Ну, как вы уже поняли, Мелкий отказался составить мне компанию. Поэтому сегодня пройдемся вместе. Сейчас я вам покажу необычную станцию метро. В Киеве у нас есть такая станция. Называется Сокарки. Не знаю, насколько будет слышно, ветер сильный. В общем, let's go. Поехали. Денек сегодня, вот это у нас январь такой. Знаешь, год ставишь, февраль. Это у нас февраль такой замечательный в этом году. Погода супер. Плюс 10 на улице. Так вот мы тут замерзаем, короче. Нам тут херово-херово. Все равно смотреть на водителей. Я сам водитель, знаю, что не всегда можно, короче, поймать гаву случайно, натворить дело. Поэтому я, когда перехожу, я сначала убеждаюсь, что меня водитель увидел, а потом уже перехожу. Мне как-то не хочется быть правым и мертвым на кладбище одновременно. Поэтому переходы — это классно, а жизнь еще лучше.